Здравствуйте. Я регистратор по переписи населения. Моя фамилия Ульянова. За день Любовь Ульянова обходит примерно 20 домов. Сверяет названия улиц, фиксирует новые постройки, вычеркивает из карты здания-призраки. Все для того, чтобы облегчить работу регистраторам на переписи населения в 2020 году. Поэтому уже в этом сентябре необходимо обойти 500 тысяч домов во всем крае. Если, например, вообще дома нет, то мы обыл по адресу, то мы его зачеркиваем и, естественно, в маршрутном листе отмечаем, что этот дом теперь уже не существует. Такая ситуация сейчас на улице Кирова. Смотрите, если верить карте 2010 года, здесь расположен частный сектор. На деле стройка многоэтажек. С появлением новых районов и сносом ветхого жилья регистраторам часто приходится самим дорисовывать карту. Сейчас этим озадачены почти 900 переписчиков во всем регионе. И, кстати, у каждого порядочного регистратора должны быть при себе не усы, лапы и хвост, а подлинные документы. Регистраторы имеют при себе портфель с картографическим материалом, это отрезком карты, с маршрутным листом. У всех при себе имеется удостоверение с голографическими знаками, которые действительны по предъявлению паспорта, то есть можно спросить. Перепись 2020 года позволит увидеть полную картину жителей края, их национальный состав, источники дохода, образование и, конечно, численность населения. Специалисты уже делают прогнозы. Нас будет однозначно меньше. По переписи 2010 года нас, ну я округленно скажу, было 2 миллиона 400 человек. На сегодня нас уже 2 миллиона 300. Но у нас два компонента убыли населения. И естественная убыль, и миграционный отток в крае. Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года. Сколько нас рождается и сколько умирает, узнаем только к 2021-му. Именно тогда специалисты Крайстата опубликуют первые данные о переписи. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.